Компания Lemkin представляет новое поколение дисковых Baron Rubin 10. Его основные особенности. Складываемые посредством гидравлических цилиндров крайние полусферические диски для обеспечения габарита по высоте не более 4 метров в транспортном положении. Выравнивающая пластинчатая штригельная барана с фиксированным углом наклона и регулировкой по высоте для более качественного смешивания и выравнивания поверхности почвы. Изменение положения рамы с опорой на катки для регулировки глубины обработки почвы. Чем глубже опускается каток, тем меньше рабочая глубина. И наоборот. Регулировка осуществляется из кабины посредством синхронно работающих гидроцилиндров. Двойной трубчато-пластинчатый каток диаметром 400 мм идеально дробит и уплотняет чернозем. Диски с вырезами в виде трапеции из термически улучшенной стали диаметром 645 мм со сроком службы на 30% больше, чем у предыдущей модели, расположены так, что боковые усилия с обеих сторон орудия симметричны, что исключает боковой увод агрегата в работе. Отбойная пружинная штригельная барана круглого сечения для смешивания и лучшего измельчения почвы. Индивидуальное устройство защиты от перегрузок с системой амортизации каждого рабочего органа сводит к минимуму нагрузку на раму. Боковые опорные колеса позволяют приспособиться к изменениям поверхности поля. Ограничительные диски направляют почву во внутреннюю зону агрегата, предотвращая разделительные гребни между проходами. Опционально версия жесткого присоединения на сцепную серьгу с фиксацией посредством предохранительной цепи. Фонари с изображением логотипа компании Lemkin. Новые, светодиодные. Rubin 10 идеально подходит для предпосевной обработки почвы при мульчированном посеве, а также для стерневой обработки почвы даже при большом количестве соломы. Он показывает отличные результаты интенсивного измельчения и запашки зеленых удобрений без забиваний, а также при заделке пожневных остатков после уборки кукурузы и подсолнечника на любых почвах.